Всем привет! На канале Денюса. Всем привет, ребята! У нас сегодня очень интересная распаковка. У нас сегодня Hatchimals. Суть игрушки заключается в том, что из игрушки вылупляется птенец. Этот птенчик необычный, он говорящий. Игрушка может вести интеллектуальный диалог, она может отвечать на вопросы, она реагирует на прикосновение, у нее мерцают глазки. Поворачиваем со всех сторон. Вот мы посмотрим, какие же разновидности Hatchimals есть. Интересно, какая разновидность этого Hatchimals, что же попадется нам в яйце, какой птенец? Очень-очень нам интересно посмотреть. Распаковываем, открываем. Открываем и видим, что здесь у нас хорошо яйцо упаковано в пенопласт. Итак, значит, вот мы достали наше яйцо. И здесь у нас также есть еще инструкция по нашему питомцу. Прежде чем мы откроем наше яйцо, давайте посмотрим инструкцию. Нам необходимо активировать наше яйцо. А яйцо, сама шкарлупка, реагирует на прикосновение. Вот здесь чувствительная зона находится. Так, значит, дальше то же самое, что у нас было на коробочке. Потом написаны фразы на обратной стороне нашего вкладыша. Написаны фразы, которые мы можем говорить нашему питомцу, и наш питомец будет отвечать на эти фразы различными движениями, звуками и так далее. Вау, какое оно большое, какое оно красивое, посмотрите. Так, значит, вот эти вот штучки мы должны, я так понимаю, достать, чтобы активировать яйцо. В течение... А тяжелое такое, потрогай, Нюша. Да. Давай сюда. Тяжелое такое яйцо, значит, в течение 5-20 минут после активации вылупиться должен птенец из нашего яйца, то есть скорлупка должна треснуть, и птенец должен появиться. Ну что, активируем? Угу. Так. Какая песенка! Привет, я Гарри, потрогай меня, и я выйду поиграть с тобой. Нюшенька, потрогай его. Слышали, ребята? Он, Дарри, потрогай меня. О, как мне нравится, когда ты почесываешь мой бочок. Ай, надо чесать. Смотрите, горят глазки. Нюша, видишь? Смотрите, ребята, видите? Нюшенька, его надо... О! Дружок, если ты меня любишь, прикоснись ко мне. Ой, он скоро у нас вылупится. Смотри, как здорово. Дружок, у тебя такие теплые ручки. Какой классный. Нюша, он там разговаривает. Бонжур, анудивоги, они не только привет. Бонжур, данчук, скатартин. Он даже на других языках умеет разговаривать. Нюша, слышала? Он даже не по-русски разговаривает с нами. Слышишь, как бьется мое сердечко? Правда громко? Проголодался я что-то? Бурчит в животике у него. Нюша, бурчит в животике. Ну, гладь яйцо наше, гладь. Интересно, кто же у нас там появится? Он уже такой разговорчивый, этот птенчик наш. Игрушка Нюшке понравилась. Так это же только он еще в яйце, он же у нас еще не вылупился, еще надо ждать. В общем, будем наблюдать и ждать от 5 до 20 минут. Периодически его надо поглаживать. Вот эта вот зона, где чувствительная зона, которая помогает быстрее ему проклюнуться. То есть мы за ним наблюдаем, его поглаживаем, и в скорости наш питомец должен
вылупится. Прошло уже минуток 8, и у нас на яйце проявились вот такие вот маленькие трещинки, но которые рукой, когда проводишь, уже заметно. Вот они по всему яйцу, эти трещинки. Вот в этой вот области, видно, где здесь будет проклевываться птенец, образовались вот такие вот трещинки. Нюша периодически гладит нашего птенца, гладит Нюша. Когда его долго не трогаешь, он просит, чтобы его потрогали. Гарри, так холодно, дружок. Скорее обними меня. Дружок, мы скоро с тобой увидимся. Я так волнуюсь. Дружок, я вот-вот разобью скорлупку и выйду наружу. Ух ты, как стреляет. Это он пытается разбить скорлупку. Так, где-то. Ну где-то ж он тут что-то разбивает. Как он стреляет, прикольно. Нюш, ну что, где-то что-то разбивает? О! Ребята, видите? Вот! Уже трещинка! Нюша! Вот так, смотри. И тут тоже трещинка. Он пытается наружу выйти. Ого! Ого, так он там везде бьет по яйцу, со всех сторон. Видишь, глазки как у него. Везде со всех сторон лупит. Он все видит. Ого! Ой, сколько трещин. Ого! Ого, вот так! Ого, сколько трещин много, ребята! Мне нужно скорее разбить коробку. И тогда можно будет играть с моим любимым другом. Ого, вот, видели? О, ничего себе! Вот уже какая! Нюша, сейчас вылезет! Люлик! Видали, какой у нас тут птенец забавный! Розовенький! Розовенький там! Вот как он разбил шкарлупку! Посмотрите, уже в трех местах, в четырех! У нас уже тут стреляют шкарлупки везде! Но меня это не страшит! Ух ты, Нюша! Ничего себе, посмотрите, подожди, дай посмотрим, как он... О, как стреляет яйцо везде, шкарлупка. Смотрите, как он все уже поразбивал. Не подсовывай пальчик, как клюнет. Видишь, как он хочет быстрее выбраться. Вот уже шкарлупка какая у нас. Вот, отвалилась. Смотрите, какая здоровская. О, смотрите, как здорово. И вон шкарлупка. Ого, ничего себе, ребята! Оба-на! О, сейчас откроет вообще шкарлупку эту. Жди, говорит, я скоро вылуплюсь. Сейчас мы это увидим. О, так! Ничего себе, какой он! Ему осталось только с вот этой стороны. С той стороны он уже все открыл, всю шкарлупку. Вот так. Видите, какой у него сильный клюв? Ух ты! Ну, уже мы его видим. Нам только теперь осталось дождаться, пока он сообразит, что он уже вылупился. И его оттуда вода достать. Ну, вот мы уже видим, какой он забавный, какой у него чубчик, да? Питомец наш Гарри вылупился. Нюша, доставай его из этого яйца.
Вот такая у него шкарлупка интересная. Вот. Вот он какой. Вот какая шкарлупка, в которой он был. Вот там вот он крутился на вот этой подставочке. Вот такая шкарлупка здоровская. Так, включается он вот здесь. Вот. Привет, дружок. Я веселый. Здесь он издает разные звуки при нажатии. И издает разные звуки при... Вот так, понятно, Нюша? Никогда не расстанется с тобой. Идем дальше. Чихаю с самого раннего утра. Это точно ты меня вспоминал? Я... Откуда ты? Ну, конечно, вылупился из яйца. Как иначе? Ты такой веселый? Ты такой веселый. Открой тебе тайну. Когда ты со мной играешь, ты тоже можешь радоваться, как и я. Ты такой веселый. Конечно, от смеха молодею, а от печали стареют. Расскажи сказку. Хорошо. Гарри сейчас расскажет сказку. Сказка про двух врунов. В одной деревне жил человек. Он так сильно врал, что никто его переврать не мог. И вот один знакомый ему говорит: «А ты знаешь, что в другой деревне есть такой врун, что лучше тебя врет?» «Да ну, лучше меня никто врать не умеет. А ты попробуй, сходи к нему». Задумался врун: «Что же это за человек, что меня перещеголял?» Спой песенку. Просто так ничего не бывает. Чтобы я спел песенку, надо хорошенько меня попросить. Ну, спой песенку. Что ты умеешь делать? В чем я прекрасен, так это в исполнении песен. Давай я тебе спою. Если хочешь что-то сказать, говори. Гарри слушает. Ты такой веселый. Так, ну вот, микрофон. Приготовься слушать. Сказка о пташке.
сказки рассказывает. А микрофон у него работает, звук громче-меньше делается. Дальше он реагирует на прикосновение разными звуками вот здесь. Вот, издает разные звуки. Значит, списочек вот этот, мы ему вопросики позадавали, он нам поотвечал на эти вопросики, да? Вот такая у нас получилась распаковочка Hatchimals. Понравилось сам процесс вылупления, да, правда? Как он здорово вылуплялся, какие разные слова здоровские говорил. Он так стукал. Стукал так. И мы не могли понять. Не могли понять. Стукал он здорово, вылуплялся очень классно. Игрушка классная, игрушка интересная. Игрушка, ссылочку на игрушку мы оставим в описании. Стоит она доступно. Не могу сказать, что совсем дешево, но и не очень дорого. Поэтому игрушка, в принципе, по карману. Вот. А сделано очень даже неплохо, интересно. Такое вот качество неплохое этого меха. А вот такая она на ощупь очень приятная игрушка. Ну, я говорю, что удобно, что осталась вот эта вот шкарлупка, в которую можно игрушку посадить и хранить, пока игрушка не активная. Много каких песенок знает, много знает сказок, много знает стихов. То есть, ну, слушать ее будет ребенку очень интересно, даже перед сном включить, и чтобы она рассказала сказку вашему малышу. Вот такой вот интерактивный питомец Hatchimals у нас сегодня вылупился. На канале Леди Нюша появился новый питомец. Да. А если вам понравилась наша распаковка, наш обзор, наш питомец, наша игрушка Hatchimals, ставим лайки и подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Да. Всем пока-пока! Пока-пока!